Всем доброго времени суток. Сегодня мы хотели провести сравнительный анализ двух респираторов 3M Aura 9332 FFP3 и респиратор Port West, тоже FFP3, производства Ирландия. Значит, данные респираторы оба имеют сертификат EN149 европейский. По отличительная особенность только по конструкции нескольких элементов. У обоих тоже клапан для того, чтобы было легче дышать. Значит, у 3M, когда одеваем на нижний подбородок, есть вот такой, скажем, выступ, чуть-чуть более плотно прилегает. Ну, опять же, под каждую форму лица по-разному. Вот. На Port West он идет просто по вот такой под дуе. Такого выступа нету. Вот первая исключительная особенность. 3M сделан из 3 частей. Port West сделан, как они позиционируют, из 7 частей. Видите, это шов. И третья особенность. Это фиксатор под нос. Железненький здесь, который. Он, как на наш взгляд, субъективный. Немножко менее жестче. Тоже идет вот такая приятная гипоаллергенная прослоечка. На 3M он чуть-чуть более жестче. Ну, в принципе, тоже что то достаточно плотно, хорошо прилегает. Респираторы, можно сказать, одного уровня по защите. 3M более популярны, скажем, у нас, да, а Port West более популярен в Европе. Может быть, не такой раскрученный бренд. Но оба имеют главный сертификат. Международный EN149 и FFP3 защиту самую-самую высокую. До связи!